Окружной киномарафон документального и игрового кино «Кинолетопись НАО» в рамках года кино стартовал в Нарьян-Море. У нашего округа богатая киноистория. Лидерство по посещаемости киносеансов в селах, многочисленные награды на российских и международных конкурсах за создание документальных фильмов и богатая событиями история Тыковылки, первого ненецкого художника, картографа, полярного исследователя, участника Второй мировой войны, председателя Островного совета Новой Земли, навсегда запечатленная на кинопленке Мосфильма. Открытие киномарафона состоялось в кинозале Дворца культуры «Арктика». На творческую встречу пришли бывшие директора, сотрудники кинотеатров «Дружба» и «Арктика», среди них киномеханик первой категории Галина Чуклина. А у нас в «Дружбу» сколько народу ходило? А лишнего билетика нет у вас? А лишнего билетика нету, спрашивали? Это потом, конечно, был спад в 90-е годы, и то мы выстояли. Мы же не развалились, мы кинотеатр не ушел куда-то. Мы сохранили оба кинотеатра, что «Дружбу», что «Арктику». Мы любили очень индийские фильмы. Вот на индийские фильмы люди всегда ходили. И наши советские фильмы тоже очень люди любили. А какие именно? Ой, я даже не могу вот сейчас быстренько вспомнить. «Любовь и голуби». Ох, ой! Это было вообще что-то невозможное. Я решила один раз посмотреть, спуститься в зал, потому что в аппаратной все равно это шум, это пока работаешь, бегаешь с аппарата к аппарату, перематываешь, некогда. Ну, я пойду посмотрю. Я половину фильма я не слышала звука. Там стоял такой хохот. Но иногда зрителям было не до смеха, особенно неискушенным. Для кочующих оленеводов кинопередвижки в 50-е и 60-е годы стали настоящим чудом света. Однажды, показывая в Чуме звуковой фильм «Чапаев», впервые увидев на экране наступающую конницу, оленеводы так испугались, что выбежали на улицу и не вскоре вернулись досматривать фильм. Говорят, что оленеводов долгое время потом собирали по тундре. Этим и другими интересными фактами поделился еще один гость, пришедший на кинолетопись, Сергей Никулин. В 1994 году возглавил Объединенную дирекцию кинотеатров и киноустановок. Куда входили кинотеатр «Арктика», кинотеатр «Дружба», киноустановка в клубе лесозавода, киноустановка в клубе совхоза на Сахалине. Дальше у нас киноустановка в Доме культуры была. Была киноустановка «Зоя техниками» в первой школе. Из малого кинозала мы сделали видеозал. И с новой японской аппаратурой тогда это, конечно, был фурор для Нарьян-Мара. Очень интересный факт, что когда вот 10 лет назад отмечали 75 лет, в 2006 году посещаемость киноустановок в селах Ненецкого округа на душу населения занимала одно из первых мест в России. К этому лидерству округ шел, начиная с 30-х годов. 70-е и 80-е годы прошлого столетия были наивысшим подъемом по работе со зрителями вокруг кино. Повсеместно организовывались кинопанорамы новых фильмов, кинолектории и клубы любителей кино. В центральных кинотеатрах особой популярностью пользовались в дни школьных каникул кинофестивали «Сказка». Особо отмечалась работа детских кинотеатров, где школьники имели возможность не только знакомиться с искусством кино, но и получали технические навыки и удостоверения юных кинодемонстрантов. Обучала детскому киноремеслу и Прасковья Ворончихина. Потом я работала в школе-интернат. Там на этой аппаратуре тоже ребята работали. А он со звуком, да? Это со звуком, обязательно со звуком. Здесь только лампочки нет звуковой. Она у меня дома есть, я принесу ей, в музей отдам. А здесь что, бобина, да, стояла? Здесь бобина. Здесь бобина, здесь наматывающая, здесь уже наматывает. Здесь положим большую бобину, а это наматывает уже на этот самый. А тяжело управлять таким аппаратом? Нет, ну что, включишь, да и все. Вот, двигатель и проекция. А были какие-нибудь, знаете, серьезные поломки во время фильма? Обязательно, обязательно были, должны быть и были. Ага. А и как устраняли, например? Ну, очень просто, здесь, значит, надо зарядить правильно. Зарядить и эксплуатировать правильно обучали и в Нарьян-Марском ГПТУ номер 24. География первых выпускников киномехаников получилась весьма обширной. Получив специальность, они отправлялись на работу на киноустановки Ненецкого округа и Архангельской области. Всего за время работы отделение ПТУ подготовило больше 500 профессиональных кинопрокатчиков. Кстати, среди любимых фильмов, которые показывали наши и другие российские кинопрокатчики, был и советский фильм режиссера Аркадия Гордона «Великий самоед», снятый на киностудии «Мосфильм» в 1981 году. В основу фильма положена биография ненецкого художника, сказителя и общественного деятеля Тыковылки. На севере красок много, а получается одна. Холодная. Ты охру кладешь?
Где ты ее видишь? Это, брат, фантазия. Александр Алексеевич, медведь, когда идет какой? Белый. Съемки фильма проходили на родине Тыка-Вылка, на Новой Земле. В советское время Новая Земля была закрытой зоной. Но Аркадию Картону удалось заручиться поддержкой начальника главного штаба ВМФ СССР, адмирала флота Сергеева. Сам адмирал Сергеев, много лет прослуживший на этих островах и прекрасно знавший самого Тыка-Вылку, стал главным консультантом фильма. Среди лучших фильмов, показанных на кинолетописи, был и фильм нашей телерадиокомпании «Тюнтова», что в переводе «Ненецкая свадьба», созданный режиссером Марией Картоном. Кравченко. Кстати, в 2015 году Тюнтова стал обладателем гран-при на Всероссийском фестивале. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».